Здравствуйте. Опять я решила нарисовать миниатюру. Мне очень нравятся незабудки, и я их нарисовала именно мастихином. У меня холстинка 7 на 7, вообще малюсенькая-малюсенькая. И сначала я ее покрываю светлыми тонами, фиолетовые, и к центру я потемнее, немножко добавляю туда коричневатых оттенков. И потом нарисовала я вазочку беленькую, и от нее рисую тенюшку. Тень я растушевываю кисточкой. Пока я кисточкой работаю, намечаю план. Самое такое вот тонкое, которое нужно рисовать кисточкой. А вот а потом возьму мастихинчик и начну лепить мазки. Прям класть, как пластилин, накладывать. Ну а пока я вот, у меня такой чайничек интересный получается, беленький. Ну и вот начала я класть уже в незабудки. У меня небесная голубая, я рисую масляными красками, и это у меня уже кадмий синий. Можно и ультрамарином рисовать. Кладу мазочки. Потом, конечно же, я рисую уже зеленые мазочки, кладу фиолетовые. Рисую я, смешивая темно-зеленые оттенки с желтым. Фиолетовый — это у меня кармин. И вот так я пролепила весь букетик. Теперь я рисунок на вазе намечаю. Он должен быть такой бледненький, легкий, незаметный. Кисточкой я заканчиваю. Рисовать маленькие веточки, лепестки, поправляя букетик. Где-то серединки я тоже проложила мастихином. Вот эти желтенькие, оранжевые. Ну вот, картина наша вроде идеальная. Очень быстро, легко. Такой маленький букетик нарисовать мастихином — вообще прелесть. Ну, рисуйте, попробуйте. Все получится. Всего хорошего.